Bells, sweet bells, all seem to say, cares away. the bells, sweet silver bells, all seem to say, cares away. the bells, sweet silver bells, seem to say, away. Christmas is here, bringing good cheer too the whole thing. the How to hear, words of good cheer from everywhere filling the Oh, how the all the town, the, hills, the dream, people sing, songs of good cheer. Christmas is one, two, every month. Hot, honey, balls, sweet, silver balls, all seem so to sing. Go kiss away. Christmas is here, bringing a cheer. Two young and all, pink and the fall. Been coming out, laughing, so song, hymn, trembling, calling. Once to hear words of the cheer, from everywhere, filling the air. Oh, how they come, raising the shell, toilet in the hill, toilet in the town, Yay, yay, while people sing songs of the cheer, Christmas is sweet. baby, 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 many, baby, many, 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 Добро пожаловать на «Мировое влияние», я Билли Уилсон. В самом начале программы хочу поздравить вас и ваши семьи с Рождеством. Молюсь о величайших Божьих благословениях для вашей семьи в этом году. Сегодня мы находимся в центре выпускников имени Арманда Хаммера в кампусе университета Орла Робертса. Мы украсили центр к Рождеству, и наши студенты празднуют рождение Иисуса. Поговорим о том, какие перемены несет Рождество. Я назвал это учение «Контрасты Рождества». Рассмотрим пять контрастов с самого начала истории Рождества. Мы можем увидеть перемены, которые принес Иисус, просто читая о том, что говорит Бог, о его рождении в этот мир. Дело в том, что сегодня Рождество окутано множеством оберток и упаковок. Когда вы начнете докапываться до сути, вороша свертки с бумагой, и достанете самую суть Рождества, вы найдете хлеб, найдете младенца найдете сына живого Бога, который родился от Девы Марии и принес небеса на землю. В это Рождество я молюсь, чтобы, копаясь в ворохе оберток, вы размышляли о том, что Бог сделал для нас. Вы вновь откроете в своей жизни силу Иисуса и узнаете, что Царство Божие принесло главные перемены. Одна из моих любимых рождественских песен «Тихая ночь». Однако в оригинале это французская песня под названием «Полночь Рождества», написанная в 1843 году. Сегодня одна из студенток университета, мисс Рэйчел Дью, одна из моих любимых певиц в мире, споет современную версию песни «Тихая ночь». Полночь, христиане, — это торжественное время, когда Бог сошел к нам как человек, чтобы стереть пятно первородного греха и положить конец гневу своего Отца. Весь мир трепещет от надежды. В эту ночь, которая подарила Спасителя, люди склонитесь, ждите освобождения. Рождество — вот он, Искупитель. «Искупителю разбил все оковы, земля свободна и небеса открыты. Он видит брата там, где был только раб. Любовь объединяет тех, кого сковали цепи. Кто расскажет ему о нашей благодарности, потому что для всех нас он родился, страдал и умер. Люди, встаньте, пойте о своем освобождении. Рождество, Рождество, пойте об Искупителе». Этот выпуск называется «Контрасты Рождества». Сегодня мы размышляем, какие перемены оно несет, какие перемены Иисус принес в нашу жизнь. Сейчас хочу поделиться с вами Словом Божьим о том, что Рождество означает для каждого из нас, в чем контрасты Рождества. Ф. Ф. Уэллс однажды сказал, «Уберите Христа из Рождества, и декабрь станет самым мрачным и бесцветным месяцем года». Я согласен, Святой Августин, великий теолог церкви, сказал, он был сотворен внутри матери, которую он сотворил. Его несли руки, которые он сформировал. Он плакал в хлеву бессловесным младенцем. Он — слово, без которого все красноречие человечества беззвучно хочу говорить о контрастах Рождества. Как Рождество контрастирует с миром, в котором мы живем. Первый очевидный контраст — это контраст между светом и тьмой. В это время года рождественские огни горят повсюду. Это напоминает нам, что Иисус пришел в мир тьмы, чтобы принести свет. Послушайте Слово Божие. Иоанна 1.1 начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть. И без Него ничто не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Это послание Рождества о том, что тьма не сможет объять свет. А мы продолжаем. Исайя, 9 глава. «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, на живущих в стране тени смертной свет воссияет» у Луки и Иисуса называют так «свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». В Евангелии от Иоанна говорится «Опять говорил Иисус к народу и сказал им «Я свет миру, кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни» к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля. В Рождество мы вспоминаем пришествие Иисуса как света. Свет пришел во тьму. Он рассеял невежество и глубокую тьму человеческого сердца. Иисус появился на сцене мрачного, населенного злобой мира но Он принес на землю свет небес. В Евангелии от Луки, величайшей истории Рождества, говорится, «Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их». Вместо невежества пришло откровение, а праведность стала возможной через пришествие Иисуса Христа. Свет стал контрастировать с тьмой. Второй контраст, о котором я хочу поговорить в эту рождественскую пору, это контраст между хаосом и миром. Рождество всегда ассоциировалось с миром. В истории были такие моменты, когда на время Рождества в войнах делались паузы. Люди понимали, что им нужно поговорить о мире. И причиной тому, конечно же, то, что Иисус пришел как князь мира. В Евангелии от Луки сказано «Слава вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение». Однако мир, который принес этот младенец в хлеву, отличается от нашего понимания мира сегодня. Иисус пришел для личного мира, а не политического. Когда Иисус родился в Вифлееме, мир находился в состоянии относительного покоя. В Римской империи царил Пакс Романа, период мира. Это был мир силы, насаждаемый римской армией. Когда родился Иисус, несколько лет никаких войн не было, но это был мир, удерживаемый оружием и силой. Иисус пришел, чтобы принести совсем иной мир. Это мир, который приходит в человеческие сердца. Вражду между Богом и человеком можно было устранить через Иисуса Христа. Другими словами, теперь мы могли иметь мир с Богом. Хочу сказать вам в эту пору Рождества, когда у вас мир с Богом, вы можете быть в мире с остальным миром. Человечество борется не само с собой, оно борется с Богом. Однако Писание говорит, когда мы оправданы, когда мы верим в то, что Иисус совершил на Голговском кресте, мы обретаем мир с Богом в своем сердце. Иисус сказал об этом так. «Мир оставляю вам. Мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам». Да не смущается сердце ваше и да не устрашается. В эту рождественскую пору мы можем увидеть контраст между хаосом и миром. Третий контраст, о котором я хочу сегодня сказать, это контраст между эгоизмом и любовью. Возможно, в Рождество этот контраст виден сильнее остальных. Во многих случаях... Противоположность любви — не ненависть. Чаще всего противоположность любви — эгоизм. Иисус пришел показать людям, как сильно их любит Бог, отдав нам самое лучшее. Когда сатана взбунтовался против Бога, он говорил «Я, я, я», я» превознося самого себя. Но Иисус пришел не от себя, он нес любовь Бога с небес. Любовь демонстрируется всем нам через даяние. Время Рождества — это время давать, время любить, время делиться. Чаще всего тот, кто в отношениях дает больше всего и любит больше всего. Поэтому Бог говорит, «Я возлюбил вас больше всего, потому что отдал самое лучшее — единородного Сына, сокровище вечности на небесах». Единственный Сын Живого Бога пришел на землю как Божий дар человеку. Бог показал свою любовь к нам в том, что Христос пришел к нам, когда мы были еще грешниками. Рой Смит сказал, тот, у кого нет Рождества в сердце, никогда не найдет его под елкой. В эту пору Рождества контрасты таковы. Между светом и тьмой, между хаосом и миром, и между себелюбием и любовью. Оставайтесь с нами, я вернусь через минуту, чтобы завершить это учение, в котором мы говорим о контрасте трастах Рождества, какие же перемены оно несет. Я выбрала ORU по ряду причин. Онлайн-программа в ОРЮ является настолько гибкой, что она никак не влияет на повседневную жизнь человека. И если вы работаете днем, то вы можете учиться выполнять задания в 10 вечера. Вся учебная программа находится в вашем переносном компьютере. Для нас это было очень важно, так как моя семья любит путешествовать. Я училась и сдала экзамен онлайн-программы, находясь за границей. Мои преподаватели были очень отзывчивыми, они всегда были готовы мне помочь, и они хотели, чтобы я добилась успеха. ОРУ ⁇ это христианский университет. И кроме получения образования, он помог мне развивать мою духовную жизнь. Это удивительно. Это прекрасная программа, действительно. Очень мне помогла. Используйте свое время с умом и начните выполнять свое жизненное предназначение. Заходите на наш сайт. Сегодня мы говорим о Рождестве. Какое это удивительное время. Мы размышляем о пришествии Иисуса Христа. Сегодня мы говорим о контрастах Рождества. Рождество разительно отличается от природы нашего мира. Пол Ширер сказал, «Бог спустился по небесной лестнице с младенцем на руках». Потрясающая цитата. Иисус пришел к нам в руках нашего Небесного Отца, чтобы изменить наш мир. Сегодня мы говорим о том, что за перемены произошли во время Рождества. Мы уже говорили о некоторых. Мы должны их видеть особенно в Рождество. Во-первых, это контраст между бедностью и процветанием. Рождество показывает нам, что подлинное богатство не обязательно выражено в деньгах. Подлинное богатство в отношениях, любви, вере, радости и мире Божьем. Иисус пришел как младенец в яслях. Он родился даже не в гостинице, Он родился в хлеву. Так Бог показал нам, что Спаситель пришел с посланием надежды и мира к низшим слоям общества. Первыми, кто услышал послание о пришествии Христа, были пастухи. Это были одинокие полевые пастухи. Они были бедными людьми, и весь остальной мир смотрел на них, как на изгоев общества. Однако первым послание Бога пришло к ним. Когда Иисус был помазан Святым Духом, Он провозгласил, что пришел принести благую весть бедным. Кем бы вы ни были, каким бы ни был ваш экономический статус, для вас есть благая весть. Удивительно, но следующими в этой истории появляются волхвы с Востока. Они были богатыми людьми. Итак, мы видим, что самые бедные в мире люди и самые богатые пришли поклониться Иисусу Христу. Это демонстрирует нам, что деньги в этом мире важны, но есть вещи намного более важные, чем деньги. Яснее всего это видно именно в Рождество. Смысл его не в том, что вы можете получить, сколько всего у вас есть и сколько игрушек вы можете собрать. Смысл Рождества в том, чтобы делиться любовью Бога с израненным, разбитым миром и нести Ему надежду. Слово Божие говорит, что Иисус обнищал, чтобы сделать нас богатыми. Второе послание Коринфянам, 8 глава, 9 стих, говорит нам, Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетой. Это значит, что все станут миллионерами? Нет. Это значит, что каждый может стать миллионером духовно в своих отношениях и в своих сердцах. Истина в том, что самые богатые в мире люди, которых я знаю, обладают самыми скромными банковскими счетами. По всему миру люди, подвергшиеся расстройствам, проблемам и трудностям, нашли мир, покой, радость, любовь, победу и силу через Иисуса Христа. Они самые богатые на этой планете. Иисус показал это в ту ночь, когда пришел в Далее, пятый контраст, о котором я хочу сказать, это контраст между царствами, а именно царством врага и царством Бога. Этот контраст сильнее всего виден в историях о Рождестве, описанных в Евангелиях от Луки и Матфея. В этих отрывках говорится о двух царях, которые нам очень интересны. Первый – царь Ирод в Иерусалиме. И второй – царь Иисус в Вифлееме. Царь Ирод восседает на троне и правит силой человеческой власти. Царь Иисус, младенец, лежит в яслях в Халеву такой Беззащитный. Он пришел с любовью и милостью. Он правит, потому что он сын живого Бога. Волхвы встретились с обоими этими царями. Они приняли решение, что хотят царство, которое демонстрировал малыш царь Иисус Христос. На самом деле, сначала они пошли навстречу с Иродом. Они пришли в Иерусалим с вопросом, где можно увидеть рожденного иудейского царя. Ирод со своими дикими способами и политическими ошибками сказал, «Идите в Вифлеем и найдите этого царя. Возвращайтесь и расскажите мне, кто он». Волхвы отправились в Вифлеем и нашли ребенка. Они принесли ему дары, золото, ладан и смирну, поклонились ему и почтили его как царя, хотя он был еще младенцем. Писание говорит, когда волхвы завершили свое пребывание, они отправились домой другой дорогой. Они не вернулись к Ироду, царю Иерусалима, царю земного царства. Они решили выбрать духовное царство, которое представлял Иисус. В это Рождество это очень важно. В мире эти два царства путают. Иисус пришел показать духовное царство. Пришел, чтобы принести небесное царство на землю и утвердить его в сердцах людей. Когда Иисуса арестовали, он сделал очень важное заявление. Если вы посмотрите Евангелие от Иоанна, там сказано, Царство Мое не от мира Сего. Если бы от мира Сего было Царство Мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда. Пилат сказал ему, итак, ты царь. Иисус отвечал, ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины слушает голоса моего. Чарльз Сперджон сказал так, «Бесконечный, к тому же младенец, вечный, однако рожденный от женщины, всемогущий, однако питающийся от женской груди, хранящий вселенную, однако нуждающийся в том, чтобы его носили руки матери, царь ангелов, однако считающийся сыном Иосифа, наследник всего, однако же презираемый сын плотника». Царь Иисус был царь иного царством. Послание римлянам говорит нам, «Ибо царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». В ту ночь в Вифлееме Иисус принес на землю именно эти принципы царства ⁇ праведность, мир и радость в Духе Святом. А в это Рождество нам нужно сделать свой выбор. У нас есть выбор между царями и силами этого царства, которые правят властью и запугиванием. Либо мы можем выбрать царя Иисуса, он правит нашими сердцами силой Божией и Духом Святым. Я хочу выбрать его. Его царство будет длиться вечно. Он царь всех царей и Господь всех господ. Он будет превознесен и будет править. Поэтому в это Рождество в мире виден контраст. Это тот же контраст, который стал явным в самое первое Рождество. Контраст между между царствами сатаны, между властями этого мира и небесным царством, царством Бога и царством Иисуса. Контраст между бедностью и процветанием, истинным процветанием. Контраст между хаосом и миром. Как найти подлинный мир в мире? Это контраст между эгоизмом и любовью. И в конце концов, то, о чем мы говорили в начале этого послания. Контраст между светом и тьмой. Бог призывает нас демонстрировать эту разницу в пору праздников. Послушайте отрывки из Писания, которые говорят нам, как верующим во Христа демонстрировать Его свет в мире тьмы. Второе послание к Коринфянам, 4 глава, 6 стих. «Потому что Бог, повелевший из тьмы высиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа». Книга Исаии. «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет Твой, и слава Господня взошла над Тобою. Ибо вот тьма покроет землю и мрак народы, а над Тобою высияет Господь, и слава Его явится над Тобою. И придут народы к свету Твоему, и цари к восходящему над Тобою сиянию». Иисус сказал об этом очень просто. «Вы — свет мира». В это Рождество, прогуливаясь по торговому центру или по своему району города, вы увидите огни, которые озаряют ночное небо и рассеивают тьму домов или офисов. Помните, что Бог призвал вас быть светом в мире тьмы. В это Рождество мир борется с нехваткой надежды, страдает от депрессии и давления. Мир живет в страхе, смятении и эгоизме. Бог призвал вас жить по-другому. Он призвал вас жить подобно свету во тьме. В ту ночь в Вифлееме в мир пришел его свет, его имя Иисус Христос. Empower 21 — это всемирная сеть движения духа по всему миру. Это движение насчитывает сейчас 650 миллионов людей. Empower 21 собирает вместе лидеров, представителей следующего поколения и теологов, чтобы вместе отпраздновать силу Святого Духа и его работу в нашем поколении. Что у меня в списке дел? Я преподаватель балета, работаю полное время. У меня очень много дел. Я хотела закончить образование и при этом не отказываться от моей любимой работы. В этом мне помогает онлайн-обучение. Я могу заниматься дистанционно и не пропускать репетиции и другие дела, связанные с балетом. Я успеваю потренироваться пообедать и даже хватает времени на увлечение. и даже могу подремать о Джой и еще Мэй одно. Чи Чен диплом онлайн обучение в университет Орала Робертса позволяет жить и учиться зайдите на сайт адрес которого вы видите на экране чтобы начать ваш новый список дел Сегодня мы говорим о контрастах Рождества о том, какие перемены оно принесло миру, как пришествие Иисуса может изменить тьму сегодняшнего дня. Свет пришел во тьму, и тьма не сможет его объять. В эту рождественскую пору я молюсь, чтобы в ваш дом пришел свет. Мир, кажется, объят тьмой. Люди окутаны плотным покровом тьмы. Пусть в вашем сердце высияет свет, и вы обретете надежду, мир и радость в это Рождество. Если за вашу семью нужно помолиться, Позвоните мне прямо сейчас или зайдите на наш сайт. Все координаты указаны на экране. Я хочу помолиться, чтобы Бог принес рождественские перемены в ваш дом. Я всегда изумляюсь в это время, насколько семьи могут страдать. Вы тоже встречаете эту пору праздников с болью в сердце, и вам интересно, какие же перемены все-таки несет Рождество? Оно меняет все. Позвоните мне. Расскажите свою историю. Расскажите, что происходит в вашей семье и в вашем сердцем. Мы будем молиться, чтобы князь мира вошел в вашу ситуацию, обезоружил все силы тьмы и принес свет в вашу жизнь. Пришло новое царство, царство праведности, мира и радости в Духе Святом. Почему? Потому что у нас новый Царь и Его имя и Иисус. Сын живого Бога. Хочу поздравить с Рождеством вас и вашу семью. Вся наша программа и университет Орла Робертса молятся о богатейших благословениях Божиих для вас сегодня. Не забудьте заглянуть на сайт программы «Мировое влияние» или звоните мне прямо сейчас, чтобы Бог послужил вашему сердцу. В этом году будет ваше лучшее Рождество, потому что вы сблизитесь с Царем Царей. Вы смотрели программу «Мировое влияние» с доктором Билли Уилсоном, президентом университета Орла Робертса, всемирно известного христианского университета в Талсе, штат Оклахома. Узнайте на нашем сайте, как получить диплом по одной из 65 профильных дисциплин в онлайн-режиме или стационарном. Наш университет гордится тем, что поддерживает движение духа по всему миру через конгресс Empowered 21. Получите более подробную информацию об этом и других запланированных мероприятиях на веб-сайте, который указан на ваших экранах. Также вы можете попросить нас о молитве, поддержать это всемирное служение или поделиться своим свидетельством по телефону, который сейчас на ваших экранах.